В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы, поскольку университеты празднуют Татьянин день, будем говорить о будущем российских вузов. Согласно новой концепции программы развития образования на 2016-2020 годы, которую недавно утвердило правительство Российской Федерации, в условиях демографического спада, а также с учетом новых требований экономики, многие университеты будут реорганизованы, в том числе с помощью слияния. На 80%, как предполагает Минэкономразвитие, сократится сеть филиалов, а общее число университетов на 40%. Это вполне согласуется с данными мониторинга, которые представил Дмитрий Ливанов. Он сказал, что сейчас 55% школьников выбирают траекторию старшей школы ВУЗ, остальные идут в систему профессионального образования, колледжи и техникумы. Как в таких условиях будет развиваться высшая школа в России, мы попробуем предположить с директором Института развития образования высшей школы экономики Ириной Абанкиной, директором Центра экономики непрерывного развития образования РАНХИКС Татьяной Кличко, ректором негосударственного российского нового университета Владимиром Зерновым и ведущей кафедры экономики Северского технологического института, который вошел в структуру МИФИ, Ольгой Недоспасовой. Ну, мой первый вопрос Татьяне Кличко, потому что некоторое время назад у вас была большая работа, связанная с финансированием вузов, да, то есть как это возможно, вот, учитывая те какие-то пути развития, которые предполагаются сейчас, ну, вот, и министерством, и властью уже государственной, потому что эта история больше, чем министерская. Ну, я начну с того, о чем вы уже сказали, с демографического спада. Он идет с 2008 года, в этом нету никакой, как бы, новации. Он как шел, так и идет. Но мы должны понимать, до какого момента он будет продолжаться. Он продолжается по нашим расчетам до 2021 года. И в 2021 году у нас будет где-то 4,2 миллиона студентов. Для сравнения, в 2008 у нас было 7,5 миллионов студентов. Вот такой, как бы, действительно очень большой спад. И сейчас, конечно, вообще говоря, очень хорошее время для реформ. И объединение вузов становится действительно на повестку дня. Но я должна сказать, я только вчера смотрела данные, что, вообще говоря, мы уже очень сильно сократили число вузов, в том числе и государственных. То есть процесс реорганизации, слияния вузов, закрытия вузов, он идет, но закрываются в основном вузы не государственные, а государственные соединяются с какими-то другими вузами. И в результате с 662 высших учебных заведений мы уже сократились в госсекторе до 578 вузов. То есть сокращение уже достаточно большое. Что касается финансирования. Финансирование росло все последние годы. Росло существенно. Сейчас будет первый год, когда оно пойдет вниз. Ну, в связи с той экономической ситуацией, про которую мы все хорошо уже наслышаны и знаем. Но в связи с тем, что падает численность студентов, это как бы на одного студента пока приходится, опять же, больше средств, чем было до этого. В среднем, по нашим расчетам, на одного студента должно прийти 228 тысяч рублей в 2015 году. Это уже по новому бюджету. Ага. Татьяна, вот простите, я вас перебью. Я хочу, Владимир Алексеевич, спросить, это много или мало на одного студента с точки зрения ректора негосударственного университета? Дело состоит в том, что нормативы финансирования, по которым вузы финансируются, они совсем другие. Мы по как бы специальностям и направлениям подготовки, которые не требуют лабораторного оборудования, получаем примерно 63 тысячи. Когда требуют, то где-то около 67, и когда сложное оборудование, то 70. И только по так называемым приоритетным специальностям норматив 112 тысяч. Какой он будет в этом году, мы еще не знаем, но вы видите, какой разрыв между тем, сколько должно приходиться на студента по бюджету,
и с тем, сколько реально идет вуза, а все остальное распределяется вот на программы поддержки университетов, то есть идет по другим каналам, тоже, конечно, оставаясь в системе высшего образования, но уже не в расчете на одного студента. Поскольку мне был вопрос, хочу сказать, этого вполне достаточно для того, чтобы развиваться. Вот мы сейчас говорим... Вы имеете в виду общую сумму или то, что приходит на одного студента? Но, конечно же, эти деньги совершенно не доходят ни до негосударственных, ни до вузов субъектов федерации. Они все оседают в государственном секторе. И в целом мы образование, мы единственная страна в мире, которая делает образование не по качеству, а по форме учредительства. Более того, если мы посмотрим на наукометрические параметры наших вузов, то окажется, что наукометрия с финансированием практически никак не коррелируется. Если мы возьмем те вузы, которые получают очень много финансов, мало получают и вообще не получают, то окажется, что ведущие те, которые очень мало получают. Следом за ними те, которые ничего не получают, а потом те, которые очень много получают. В мире нигде такой ситуации нет. Причина очень простая. Мы подменяем понятия. Если мы говорим, что нужна конкурентоспособность вузов, то должны в основе быть критерии мировых рейтингов. А мы что в основу берем? Количество бюджетных студентов, которые учатся в том или ином вузе. Угу. Как это соотносится с вузами? Во всем мире есть четкие, ясные критерии. Раньше, в великом и могучем Советском Союзе, это были критические технологии. Сейчас статьи в Nature и Science. Вот есть вузы, которые имеют много статей, но имеют при этом ноль финансирования. А есть вузы, у которых даже близко нет ни одной статьи, но они имеют очень много финансирования. Пока эта ситуация останется такой, как она есть сейчас, нам сложно рассчитывать на конкурентоспособность и на то, что мы сможем вернуть те позиции, которые занимали почти весь 20 век, быть мировыми лидерами. Спасибо, Владимир Алексеевич. Но, с другой стороны, все-таки происходит сейчас мониторинг, да, и те критерии, которые приняты и в международной практике, они применяются к государственным вузам. И тем более политика стала какой-то более гибкой. Вот то, что связано с новыми какими-то трендами по поводу ведущих вузов, тоже было заявление, что это вот поменяется, и, может быть, не тем дадут деньги, кто не оправдал надежды последние вот этих двух лет, да, ведущие вузы, топ-100, то, что называется. То есть как-то это все немножко коррелируется, но, с другой стороны, достаточно сложно, потому что если кому-то дают деньги, он не оправдывает надежды, их перекидывают в другое. Извините. Вы, например, хоть один знаете, где бы перекинули? Я нет. Ну, время покажет, потому что вот топ-100 проект недавно, и где-то к сентябрю это станет понятно, во всяком случае, министр образования так обещал. Но по-прежнему идет поддержка сильных, я правильно понимаю? Это хорошо или нет? Которые называются ведущими, статусными, вот такими, таких вузов, да. Ирина Селовна, вот к вам вопрос, поскольку вы представитель высшей школы экономики, да, вы много считали, что про образование. Вы знаете как, безусловно, есть специальная программа поддержки ведущих университетов, лидеров, которые претендуют на то, чтобы войти в мировые рейтинги, если не общие, то, по крайней мере, отраслевые мировые рейтинги, и многие вузы оправдывают, действительно, движение в таком позитивном направлении заметно, многие вузы прибавили, мы не дошли, может быть, до сотни или даже до 200, которые считают буквально в баллах, но из, там, допустим, 6-й или 5-й сотни переместиться в 4-ю, 3-ю, все-таки вузам удалось. Это заметное продвижение, это заметное усилие. Но вузы сейчас все, и ведущие, и не ведущие, живут в системах жесточайшей оптимизации, жесточайшей. Потому что приняты новые соотношения студент-преподаватель, они не дифференцированы, они не учитывают ни специальности, ни на самом деле особенности программ, где есть высокая доля индивидуального обучения, где есть специальные часы той или другой подготовки, неважно, летная это подготовка или какая-то другая. И считается, что это будет компенсировано стоимостными группами, в которые попадут вузы. Но на самом деле дело не только в стоимости, а дело в том, что программы разные, нормативы все-таки по программам стоит дифференцировать гораздо более глубоко, иначе это приводит в том числе и к серьезным негативным последствиям.
больше. Второй вектор оптимизации связан с тем, что мы коэффициенты все обсуждаем и за территориальное расположение вуза, и за качество подготовки и так далее. Но на самом деле в прошлом году территориальная дифференциация коэффициент был 1, никто его не получил. В этом году по ведущим вузам коэффициент 1, в условиях кризиса дифференциацию тут тоже, в общем-то, сняли. И поэтому коэффициенты как таковые существуют к нормативам. И гибкость политики заложена как принципиальная позиция. Но в реализации этой гибкости недостаточно, ее не хватает. И сейчас, мне кажется, серьезность положения заключается в том, что нельзя всех сократить примерно одинаково понемножку. Когда сокращение 5-10% действительно можно как-то найти, какие-то возможности экономии на издержках и тем самым сохранить ситуацию. Когда речь идет о сокращении в 20%, речь идет о структурных приоритетах в политике. И вот здесь вот ситуация нетривиальная, кого мы действительно сможем поддерживать. Потому что возможностей у сильных вузов больше, несомненно. Отказать им в поддержке чрезвычайно сложно. Тем не менее, мы понимаем, что если в этих интересах мы не сумеем найти адекватные механизмы и меры поддержки вузов, расположенных в регионах, вузов, работающих не обязательно по приоритетным направлениям, а которые работают на региональные рынки в том числе, для них это может быть угроза буквально сворачивания, закрытия, даже с угрозой того, насколько смогут доучиться те ребята, которые там уже учатся. То есть это структурная проблема. Этот кризис – это не просто подтянуть всем немножко пояски. Это проблема серьезного поиска баланса между разными группами вузов, разными группами специалистов, которые выпускают эти вузы, и согласование с не только мнением работодателей, но и предпочтениями семей, куда хотят пойти ребята. Мы сегодня поставили чрезвычайно сложную задачу перед семьями, которые готовятся к поступлению. Я думаю, что на их планы это окажет очень серьезное влияние сейчас. Уже тут не до баллов ЕГЭ может быть. Но скажите мне, как экономист, вообще вот эта политика поддержки сильных, да, в том числе деньгами, она дает правильные результаты, потому что, ну, в эти вузы и так придут, да, и там большое количество платных мест, потому что престиж вуза очень часто теперь важнее, чем даже, ну, какое-то материальное такое состояние семьи, потому что иногда люди поступают на платное просто потому, что это хороший вуз, и там они получат настоящее образование. То есть сильные вузы, они и так имеют достаточное количество бюджетников и плюс еще платников. То есть у них есть некая поддержка с этой стороны, и они могут развивать, если у них профессорско-педагогический состав тоже сильный, да, какие-то параллельные научные истории и прикладные делать проекты. И в то же время им еще и помогают, да, деньгами. Это, ну, вот такая... Да, но как тут ведь помогают, да, правильная, поймите, это, помощь это не текущее финансирование, это поддержка программ развития, она довольно жестко регламентирована, связана с закупкой современного оборудования, с развитием новых направлений, с тем, чтобы пригласить иностранных преподавателей, создать лаборатории с международным участием. В этом смысле это инвестиционные деньги для ведущих университетов. Те деньги, которые ведущие университеты могут генерировать сами, в основном, конечно, текущие средства, которые получают от платных студентов, на 80% все получают за образовательную деятельность. Поддержка все-таки со стороны и бизнеса, и государства, науки не так серьезно. Поэтому вот эта вот поддержка, которая сейчас идет, это все-таки не то же самое, что увеличение текущего финансирования. Ну и потом нужно понимать, что есть многие технические вузы и сильные технические вузы, но там значительно меньший платный контингент. Платный контингент в основном все-таки до сих пор концентрируется на экономических, управленческих, юридических, психологических и гуманитарных направлениях подготовки. Но там еще просто меньше бюджетных мест стало. Их же долгое время постепенно сокращали, сокращали. И это просто по необходимости больше платников, потому что мало бюджетных мест тут. Ну, я не могу сказать, что у нас уж очень мало бюджетных мест. Значит, вот на пике было 628 тысяч, сейчас где-то
где-то 498 тысяч. Но численность ребят, которые идут в вузы, значит, если раньше у нас из 11 класса из школы выходило 1 300 000, то теперь у нас выходит 700 тысяч. 730. Ну, 730, это, конечно, та добавка, которая перелома у нас хребет верблюду, но 730 тысяч, как вы понимаете, это разница в 600 тысяч, а число мест сократилось где-то на 100 тысяч, на 150 тысяч, то есть это сейчас как раз вот растет доля бюджетных студентов в вузах, сокращается доля платных студентов. Это тенденция двух последних лет. И очень сильно растет доля заочного образования. Мы сегодня имеем ее почти половина. Это все-таки угроза качеству заметна. Я не против заочного образования. Должно быть заочное и модульное. И тем более сейчас конкуренция со стороны онлайн-образования. Но все-таки очень часто за заочными программами у нас стоит некачественное образование. Не очные формы образования, то есть вечернее, заочное. Особенно и заочное и экстернат сейчас 54%. Очное образование 46%. И мы можем сейчас надеяться, что вот этот перелом приведет к тому, что начнет снижаться заочное, будет немножечко увеличиваться очное. Ну а кто знает, почему так? Потому что, ну, с другой стороны, ведь есть возможность поступать в вузы, более широкий спектр выбора стал, да, и можно отправлять в разные вузы свои оценки и поступать не только у себя в районе. Ну, может быть, это связано с ценой жизни, да, в том или ином регионе. Во-первых, с ценой или, жизни, а во-вторых, или, ценой образования. Да, или с ценой образования. На заочных отделениях, конечно, на заочных формах обучения цена обучения. Это же традиционно в России к этому плохое отношение, да? Меньше. То есть заочное образование, это говорили в советские времена. Я вот не могу согласиться, что традиционно действительно есть и очное, и заочное. Прекрасно помню советский анекдот про воробья и соловья, кто кончал очно, кто заочно. Но в нынешних условиях, когда во всем мире идет e-learning, идет distant, мы, конечно же, обязаны развивать и заочное образование. Но я бы хотел... Качественное, да, Владимир Ильич? Вот самое главное. Вот, нетривиально, как его там измерить. Совершенно верно. А, нетривиально, как измерить. Б, давайте все-таки по критериям оценки вуза. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это все касается только государственного сектора образования. Но если мы посмотрим задачу, которую поставили, попасть в ведущие мировые вузы. Кто представлен в топах, ведущих рейтингах? На подавляющее большинство негосударственные вузы. Россия единственная в мире страна, которая делит вузы не по качеству, а по форме учредительства. Если мы посмотрим на наукометрию вузов с примерно равными наукометрическими параметрами, государственные и негосударственные, во всем мире поддержка, как правило, у государственного выше. В России тоже выше. Но если во всем мире это на проценты, у нас на несколько порядков. А почему подавляющее большинство вузов в топовой части мировых рейтингов? Потому что эффективность использования в него секторе несравнимо выше. Вот ярчайший пример. Вот мы сейчас говорим, выделяются деньги на приглашение ведущих ученых. В нашем вузе работает достаточно много ведущих ученых, в том числе нобелевские лауреаты. Но они к нам приходят не за деньги, а потому что мы решили те задачи, которые они не смогли решить. И таких примеров подавляющее большинство. Мы не знаем ни одного случая в нашей стране, когда бы вуз негосударственной формы учредительства получил хоть какую-то форму поддержки. Возьмем науку. По программам, действительно, вот я совершенно согласна с вами. Ни одной программы нет. Может быть, были какие-то годы, когда мы контрольные цифры в небольшом количестве 1.5%, а теперь не 0.5%. Сейчас уже и 0.5% поддерживали. Но это хоть можно сказать, что чуть-чуть, но отлично от 0.5%. Но по программам соглашусь полностью. И если мы посмотрим наукометрию ведущих вузов, то в вузах, которые субъектов федерации и негосударственные, наукометрия выше, чем в подавляющем большинстве. Не только вузов, у которых программы развития, но и национальных исследовательских. Вот ведь в чем корень. Мы крайне неэффективно расходуем те ресурсы, которые выделяются. Наукометрия — это как меряется. Если меряется по числу статей в ведущих журналах, то сейчас и государственные вузы все-таки нацелены на то, чтобы публиковать. Татьяна Ильич, совсем согласен. Да. Но нельзя же отрицать тот факт, что
России вообще нет поддержки вузов негосударственной формы учредительства. Если мы говорим про министерство, у нас, да, есть министерство, но оно министерство образования или государственного образования? Вот я боюсь, что больше министерство государственного образования. Да. И в этом, может быть, и есть одна из основных проблем. Не будет конкурентной среды, нам очень сложно будет выживать. То, что и это, сейчас... кстати, на всех уровнях. Совершенно верно. Если, может быть, для школьного уровня проблема не так остра, потому что там есть небольшой сегмент, но семьи действительно предпочитают государственное образование, то для и среднего профессионального, и дополнительного образования, и для дошкольного образования эта проблема острейшая. У нас нет там честной прозрачной конкуренции, у нас нет конкуренции по качеству, и в этом смысле мы сами себе закрываем возможности развития, делая неравным ни поддержку, ни доступ к этой поддержке, ни условия. Я думаю, что государство не должно заниматься прямой поддержкой, оно должно создавать равные условия для тех и для других. А уж кто как бы плавает, тот. Ну, их же нет, Татьяна, даже близко нет. Вот в скольких конкурсах мы не участвуем, не государственные вузы, мы всегда занимаем места, следующие за последними. В любом конкурсе. Хотя, если мы посмотрим то, о чем мы с вами говорили, те же критические технологии, те же статьи в Nature и Science, ведь у нас в негосударственных вузах их намного больше, чем в национальных исследовательских университетах. Владимир Алексеевич, вы говорите за свой вуз, или вы говорите за ассоциацию, вы председатель ассоциации негосударственных вузов? Точно не один, а несколько вузов с серьезными научными несколько десятков негосударственных вузов. Ну вот несколько десятков, значит, и где-то до сотни, полутора сотен хороших государственных, а все остальное действительно сейчас нуждается и в реформировании, и в том, чтобы мы, ну, скажем так, пересмотрели критерии. И вот здесь одна из серьезных проблем, потому что вот у нас развивается идеология госуслуги, образование стало у нас государственной услугой. Поэтому считается, что если высшее образование, то в каждом вузе должно быть образование одного и того же, ну, будем говорить так, высокого качества. Но это, на мой взгляд, может привести только к одному, что качество будет не повышаться, а снижаться. Усредняться. А поскольку как бы из 570 или 580 вузов, даже государственных, только 150, на мой взгляд, отвечают вот критериям, ну, серьезности качества подготовки, то если будет усредняться, то это будет понижение качества высшего образования. Поэтому, если мы говорим о государственной услуге, то мы должны говорить о том, что мы должны подтягивать нижний уровень как бы выше, но ни в коем случае не опускать тот уровень, который уже достигнут высоты. Но зависит еще от того, что это за вузы, потому что такое прямое слияние, как известно, вот какого-то положительного эффекта вот так сразу дать не может. Да? И они очень разные. И сейчас это продолжается. Вот недавно пришло сообщение, что еще два вуза московских. Но я хочу спросить. С нами по телефону Ольга Недоспас, это заведующая кафедрой экономики Северского технологического института, который вошел как раз в структуру МИФИ. Да, вот, может быть, на примере вашего университета, как вы себя почувствовали, насколько вы сохранили какую-то самостоятельность академическую по программам, или вам было удобнее войти в МИФИ вот, и под крыло такого большого брата, ну, достаточно известный университет? Я хочу сказать, что, конечно, Северский технологический институт много выиграл от вхождения в систему распределенного университета, национальный исследовательский университет. Мы почувствовали поддержку и материальную, и всяческую прочую, касающуюся лабораторной базы и создания мощных исследовательских лабораторий. И вот здесь хотелось бы вспомнить известную английскую пословицу о том, что образование практически как газон. Его нужно стричь и поливать, и желательно это делать лет 200. Что касается стричь, у нас с этим проблем, как мы знаем, нет.
и оптимизационные процедуры тому являются ярким примером, а вот по поводу поливать, пожалуй, сложно. Поэтому, безусловно, та мощная финансовая поддержка, которую получают национальные исследовательские университеты, в том числе НИАУ, МИФИ, конечно, это очень значимо, но тем не менее не стоит забывать о том, что в процентном отношении у нас все равно система высшего образования оказывается практически наполовину недофинансированной. То есть у нас из всех источников, как вы знаете, менее 2% ВВП идет на данную сферу. Для развитых стран, для стран ОЭСР, для сравнения, только государственная часть в этом финансировании – это вот та же самая процентная величина, около 2%. В связи с этим практически в России очень недооценен такой источник, как корпоративное участие в системе высшего профессионального образования. Данная сфера, к сожалению, не является инвестиционной и скорее рассматривается бизнесом как вот сфера, в которую приходят благотворительные деньги, и мы прекрасно понимаем, что это скорее черная дыра, чем те инвестиции, которые могут приносить реальную отдачу. Поэтому для НИАУ МИФИ в его программе развития и повышения конкурентоспособности, ну, наверное, как и во всех национальных исследовательских университетах, четко прописана доля тех источников, которые университеты должны и могут зарабатывать сами. То есть это не только вот такой паразитизм на государственных ресурсах, но и, конечно же, развитие собственных источников, в том числе за счет совместных с бизнесом научных исследований и практически вот та самая инвестиционная отдача на те инвестиции, которые бизнес должен в данную сферу все-таки осуществлять. Причем, повторяю, не на принципах спонсорства, а на принципах инвестирования, когда четко можно оценить отдачу от практически каждого рубля, который бизнес в данную сферу делает. Ольга, скажите, а что-то происходит сейчас уже, да, в Северске? Какой бизнес мог прийти и сотрудничать с вашим институтом, именно в Северском технологическом? Всего, конечно, это ключевое предприятие «Росатом» и «Сибирский химический комбинат», и в том числе ряд других городских и областного значения предприятий, которые совместно на вот той базе, которая сейчас новая, обновленная в Северском технологическом институте есть, готовы проводить совместные усилия, в том числе соинвестировать в научные проекты. Спасибо. Это была Ольга Недоспасова, Северский технологический институт, МИФИ. Я напомню, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о финансировании экономики высшего образования, то, что происходит теперь. Ну, мне кажется, такая важная вещь, которая должна случиться, правда, к 2018 году, но вызывает уже беспокойство сейчас у преподавателей, это повышение их заработной платы, причем такое значительное повышение. Мы имеем уже некий опыт подобного повышения у педагогов, учителей школьных, и там, в общем-то, выросла нагрузка, а здесь еще это накладывается на вот такие неблагополучные экономические условия. И как-то странно, да, ребят придет меньше, финансирование тянется за студентом, за абитуриентом, то есть это значит, что будут очень большие сокращения, а зарплата должна вырасти. Вот какой-то здесь есть такой дисбаланс, как мне кажется, чем это грозит? Да. Ну, вы правы, что ситуация очень серьезная, очень серьезная. И сколько бы мы ни утешали себя, что не говорится, что все это повышение должно быть только за счет государственных источников, что здесь должны оказать, безусловно, какую-то помощь и возможности получения дополнительных доходов со стороны студентов, научных разработок и так далее, тем не менее, безусловно, это очень сильное перераспределение нагрузки, это угрозы серьезных сокращений. На самом деле не только профессорско-преподавательского состава, но и административно-управленческого персонала в университетах. В дорожной карте указано, что примерно надо выйти на 60% профессорско-преподавательского состава. Сегодня у нас 37% за один год по дорожной карте невероятными усилиями дотянули до 39%. На самом деле ситуация пока перевернутая. У нас всего меньше даже
но около 40% составляет ППС, все остальное – это те, кто к ППС не относится, к профессорско-преподавательскому, я имею в виду, состав. То есть есть такой резерв, что можно некие технические, условно-административные… в первую очередь управленческие, конечно, вузы должен прийти все-таки современный менеджмент, прийти новые технологии в управлении, в том числе электронные, пока они очень доморощенные и требуют, скорее, еще больше людей, чем меньше. Надо категорически менять бюрократизацию, ее снижая, ненужной отчетности и всего остального. Достаточно, чтобы статьи, опубликованные в ведущих журналах, были отчетами по теме, и не плодить ненужной этой отчетности. Но еще один серьезный резерв, и он очень социально сложный, это дифференциация зарплат внутри университета. Зарплаты ректоров и преректоров вузов опубликованы, они вызвали шок в обществе, потому что это настолько сильно отличается от зарплат даже ведущей профессуры, что, конечно, здесь нужны очень серьезные шаги для того, чтобы все-таки сбалансировать ситуацию и вот эти преодолеть тенденции, которые есть. С такой глубокой дифференциацией внутри университета, с таким уровнем недоверия друг к другу внутри университета, мне кажется, что очень трудно выстроить вот все те самые задачи, связанные с эффективностью, контрактом в университетах, с повышением мотивированности, отдачи от преподавателей, от профессуры, которая есть. Я, Владимир Алексеевич, я вас прошу, да, а вот у вас как распределяется соотношение административного и профессорского преподавательского состава? Вы знаете, сколько Конечно, кого? Конечно, знаю. Я сейчас на него отвечу, но я бы перед этим хотел несколько другой аспект. Вот мы сейчас говорим о том, что да, действительно, бюджет будет сокращаться, никуда не денешься. А давайте посмотрим на экономическую устойчивость вузов. То, что во всем мире уделяется огромное внимание. Кто, какие вузы более устойчивы? Если сейчас бюджет вдруг, не дай бог, сократится вдвое, какие вузы у нас пострадают? Только государственные. А давайте посмотрим на другое. Вот мы науку поддерживаем только в госсекторе. А в каком, какой процент дохода в вузах от интеллектуальной собственности? Кто здесь лидеры? Оказывается, те вузы, куда мы меньше всего финансово поддерживаем науку, у них доход от интеллектуальной собственности не в разы, а на порядок выше, чем ведущих государственных. Может быть, это как-то связано, Владимир Алексеевич? Им приходится выживать таким образом, у них нет вот этой постоянной подпитки. Да нет. И это такой естественный процесс. Да нет, не так это, к сожалению. А это тем, что есть четкие критерии. То, о чем говорила Татьяна Львовна, мы с вами только что говорили про критерии. А кто нам мешает, как во всем вузе, как во всем мире, извините, за основу взять критерии мировых рейтингов? А давайте по критериям мировых рейтингов посмотрим, кто есть кто у нас в стране. Картина четкая, ясная и понятная. Но ни один национальный исследовательский наш не попадает в шанхайский рейтинг. Мы единственная страна из крупных, в которой такая ситуация. Но все вузы при этом работают успешно. МГУ у нас в шанхайском все-таки в сотне. А МГУ не входит в национальный исследовательский? Ну, у него нет НИУ. У него особый статус. Про МГУ и питерский лучше не трогать. Да, это отдельная тема, но я хочу вернуться к своему вопросу. Да. Вот как у вас, можно посмотреть, как обратить, вам же приходится экономить, да, по неволе, да, поэтому администрация может быть минимальна или нет? У нас администрация действительно минимальна. Если мы возьмем любой вуз любой другой страны, Китая, там, постсоветского пространства, везде идет оптимум, везде. Почему? Потому что есть четко, что больше этой суммы вуз не получает. Почему Польша дала такой резкий скачок конкурентоспособности? Потому что у них пятая или шестая часть бюджета пошла на поддержку не сектора, а на развитие конкурентной среды. Сколько мы на поддержку конкурентной среды тратим? Меньше 0,1%. А при этом налогом не сектор отдает почти 0,5%. О какой же конкуренции идет речь? О каких равных условиях? Вообще, о чем мы говорим? Но при этом средняя зарплата в госсекторе примерно такая же, как в госвузах. Хотя никакой поддержки не имеет. То есть мы фактически говорим с вами о том, что вот наконец-то, может, это нас заставит посмотреть, и так, как оно на самом деле происходит, ситуация. Ведь на самом деле модернизировать образование не так уж сильно нужно. Нужно сделать одно, четкие, ясные критерии. Никто в мире диссертаций за науку не считает. Никто, кроме нас. Все считают за результат, полученный результат.
Вот получили результат, значит, честь вам и хвала, но не диссертации. И никто в мире науку не меряет по освоенным ресурсам. Должны быть и результаты. Везде абсолютно. Почему же мы наконец-то сюда, как только мы сюда перейдем, у нас сразу все встанет на свои места, и наша высшая школа снова станет конкурентоспособной, какой она всегда была практически весь 20 век. Вадим Алексеевич, я немножко с другой стороны зайду. Вот мы считали, и сейчас, если мы повышаем заработную плату ППС в среднем, да, то уже сейчас, когда это примерно 136% от средней по стране, ну или мы возьмем там по разным регионам, и мы получаем очень интересную картину. Мы получаем, что для специальностей, которые не требуют, и направлений подготовки, которые не требуют лабораторного оборудования, на зарплату уходит 87%. Вот здесь кого мы будем сокращать и как мы будем сокращать, при этом я уже считала по нормативам повышенного соотношения студентов и преподавателей. Для тех специальностей, которые требуют лабораторного оборудования, но не особо сложного, там зарплата преподавателей составляет 83%. А дальше, как говорится по старому анекдоту, возьми себе 3 рубля и ни в чем не отказывай. Для тех специальностей, которые требуют особо сложного лабораторного оборудования, зарплата составляет 80%. Это если мы говорим о бюджетном финансировании. Значит, если мы начинаем привлекать внебюджетное финансирование, то можно посчитать, а сколько же нам нужно денег от платных студентов, чтобы зарплата хотя бы составляла 50% от вот этого общего объема. Ну и здесь я должна вам сказать, что в самом тяжелом положении оказываются вузы. Как ни странно это прозвучит для наших слушателей Москвы и Санкт-Петербурга. Конечно. Потому что очень высокий средний уровень зарплаты для того, что вот сейчас, если общее там 136% уже по стране, то в Москве 115%, а в Санкт-Петербурге 122% вот это вот зарплата преподавателей вузов. И вот там вытянуть, если мы не привлекаем платных студентов, ну, слава богу, пока еще в Москву и Санкт-Петербург едут и платят, но тем не менее, когда вот сейчас в тяжелой экономической ситуации родители не смогут особенно посылать, то вот здесь могут, вообще говоря, начаться достаточно серьезные проблемы. Может быть, это такой и неплохой момент, связанный с экономикой, потому что они останутся где-то ближе к своему дому, своему региону, да, своим присутствием поддержат те вузы, которые находятся там, и немножко размоется вот эта картина с московскими и санкт-петербургскими университетами. Но как вы будете повышать зарплату? Размоется и качество. Да, во-первых, размажем немножечко так качество, а с другой стороны, как выполним решение о том, что в Москве средняя зарплата ППС вузов должна быть удвоенной от средней по экономике региона. Вот, Тамара, вот, в чем у нас не совпадают точки зрения? Вот я глубоко убежден, что вуз должен зарабатывать не только платой за студентов, а прежде всего за счет дохода от интеллектуального потенциала, от интеллектуальной собственности. Ведущие вузы мира до 50% в этом зарабатывают. Мы говорим про платных студентов. Мало этого, что нужно сюда этот тренд изменить. Если это вторая проблема, мы не можем больше 10% заработать в вузе. Если вуз зарабатывает, не дай бог, больше 10%, то он тут же получает очень сильные санкции с профильной деятельностью, у него просто могут отбор лицензии. Да, именно так. Я не как очень поняла. Больше 10% от бюджета зарабатывать за счет интеллектуальной собственности нельзя. Ну вот пример нашего вуза. Мы делаем. Коли вы образовательная организация, у вас ведущая деятельность образования, и здесь поставлены все барьеры, сколько она должна именно в бюджете занимать. Да. И если это научная или другая непрофильная деятельность и так далее, вы просто даже можете лишиться лицензии. Ну вот, ярчайший пример. Мы делаем, как это ни парадоксально, прекрасные кардиологические приборы. В десятки стран мира экспортируем. И самые чистые в стране и в мире нанотропки. Хотя на поддержку в науке ни копейки до суда мы не получили. Вот сейчас нанотехнологии пошли. Если у нас пойдет так, как планируется, у нас доход будет гораздо больше 10%. Это нельзя.
по действующим законам. Или вот им надо деньги менять свою деятельность, переставать быть вузом, становиться тогда, видим, какой-то другой организацией, но тогда у них образовательно становится дополнительный, и это вообще... То есть с бюджета деньги можно просить, это хорошо. А вот зарабатывать самим за счет своего интеллекта, это оказывается плохо. Но это же парадокс, который просто спутывает. Но я не первый год слышу призывы, что университеты должны как-то сами научиться зарабатывать, используя тот потенциал, который у них Приведите есть. Приведите пример хоть один. Из тех вузов, которые мы считаем ведущими. Скажите, Владимир Александрович, а почему вы не создаете вот те хозяйственные общества при вашем университете, которые должны, куда вы должны свою интеллектуальную собственность, свой интеллектуальный капитал вкладывать как уставной капитал? Татьяна Львовна, это только мы, для где живем? В России или на Луне? Так вот, по 217 только госвузы. Госвузы. Если мы это создадим, придет тут же налоговая инспекция. Для этого им надо стать коммерческой организацией. Мы с Владимиром Алексеевичем боролись много раз, действительно она стала нормальной коммерческой организацией, чтобы был разрешен франчайзинг. В этом смысле действительно продажа технологии, даже один, которые становятся интеллектуальным продуктом, защищена. Мы очень много предлагаем этих изменений, которые позволят нормально действовать. Но действительно, А будучи некоммерческой организацией, они подпадают под такое количество ограничений. Не государственные. Конечно, и никакие вот эти вот послабления, которые сделаны для государственных, 217, да и 218, постановление правительства, которое разрешает при себе создавать, инвестировать в этом смысле в развитие малого среднего предпринимательства, для них, конечно, пути оказываются закрытыми. И тем не менее, государственные вузы, они как-то не очень пользуются этими разрешениями. Да, наверное, это им не интересно. Или все-таки что-то происходит? Нет, очень трудно оформить интеллектуальную собственность. Очень трудно положить ее в уставной капитал вот такой вот создаваемой организации. Международный патент – это очень дорогое удовольствие. И содержание международного патента в течение многих-многих лет. Это очень дорогое удовольствие. И когда наконец-то он начинает давать отдачу, опять у нас парадокс. Эта деятельность активно государством поддерживается, но только в госсекторе. Абсолютно. Но мы не... Это то же самое, как у нас похоже на автомобилестроение. Нет ни одного примера в мире конкурентоспособного государственного автозавода. Все частные. Так же, как нет ни одного примера в мире, где бы государственный вуз пробился в топовую часть мирового рейтинга. Принстон, он все-таки общественный. Принстон общественный, но не является государственным. Ну, как сказать, в каком-то смысле он, скорее, правильно, это все-таки общественная форма собственности, и это действительно... И во Франции, и в Великобритании. Кембридж, и Оксфорд не государственные вузы. Кто это вам сказал, Владимир Алексеевич? Конечно, они государственные вузы, они общественные вузы. Оставим за границу пока, с вашего позволения, потому что вот то, что происходит в России, это другая история, принципиально другая. Совершенно согласен. И она изначально другая, потому что российский университет создавался как государственный университет и был лишен той автономии, которая все-таки была у европейских университетов. Ну, не всегда, но, в общем, да, там вот такой тренд был. И я хочу Ольгу Недоспасову спросить. Вы скажите, а за счет чего в большей степени, может быть, вы знаете, существует ваш институт, и какое количество платников приходит, и приходит ли, потому что все-таки это технологический институт, и, как мы знаем, на технические специальности идут не так охотно. Я имею в виду платные студенты. Я бы хотела сказать, что на технических специальностях, безусловно, учатся в основном бюджетные студенты. Те возможности внебюджетного образования, которые есть в МИФИ, они, как и во всех, по крайней мере, в большинстве вузов, связаны с гуманитарным, с экономическим образованием. Поэтому здесь никаких таких особенностей, пожалуй, мы не увидим. Тем более, что студенты, приходя на техническую специальность МИФИ, понимают, что учиться достаточно сложно, нужно обладать достаточно высокими баллами ЕГЭ для того, чтобы поступить. Поэтому как коммерческая сфера и возможность получения доходов от небюджетных студентов по техническим специальностям, для МИФИ это, в общем-то, практически ничего не значит, именно эта сфера. А что касается непрофильной деятельности, она в последние годы довольно существенно сокращается, потому что большая конкуренция с другими вузами, для которых экономическое образование является профильным, и для МИФИ, это
осознается, и, конечно, ставка делается на высокий уровень именно для подготовки кадров для отрасли. Стало что-то по-другому, может быть, трудно сказать, потому что все-таки достаточно недолгий срок мы можем мерить по ЕГЭ, вступительные какие-то экзамены, но изменилось отношение, может быть, абитуриентов, тех, кто приезжает, приходит, да, к вашему институту после того, как он вошел в состав МИФИ? Безусловно, вы понимаете, что студенты, которые учатся в Северск, это Томская область, для них получение диплома Московского университета – это очень заманчивая перспектива, тем более, что у них есть возможности продолжить обучение на московской площадке, значит, брать там какие-то курсы, в том числе поступать в магистратуру, практически оставаясь в одном и том же университете. Это, безусловно, очень хороший такой момент, который делает наш институт очень привлекательным на рынке образовательных услуг именно в нашем регионе. Но это очень похоже на историю... Конкурентность такая с томскими университетами, очень сильными тоже, поэтому с точки зрения абитуриентов это серьезный выбор. Да, но смотрите, получается история похожая на филиалы, да, то есть мы говорим, конечно, сейчас о совершенно самостоятельном учебном заведении, которое вошло в структуру, но кто знает, как дальше будет складываться и так далее, при том, что филиалы сокращаются, то есть слияние и отсечение тех побегов, которые большие, в том числе университеты, давали в регионы, да, просто вот такое категорическое отсечение, тут есть некое противоречие, вам не кажется? Вы знаете, мне представляется, что да, но сейчас убирают филиалы, потому что студентов становится мало, и существовать филиалу достаточно сложно. Но если экономическая ситуация будет сложной, то я думаю, что этот процесс сильно замедлится. Потому что в 90-е годы почему развивалось такое количество филиалов? Да просто потому, что человек не мог ехать в вуз. И поэтому вуз шел к человеку. Да? Вот сейчас, если вот эта образовательная мобильность опять сократится, то мы опять получим тот же самый процесс. И если посмотреть вообще очень внимательно статистику, то мы увидим, что вот эти вот и филиалы вузов, и негосударственные вузы в регионах, это такой пульсирующий процесс. Они создаются, когда... Они не нужны или маленький спрос, они пропадают, потом они возникают снова. И вот этот процесс, он такой волнообразный. Я думаю, что сейчас волна пойдет какой-то период времени вниз, а потом посмотрим, я думаю, что опять будет вверх. Кроме того, я хочу сказать, что 75% филиалов – это филиалы госвузов. Поэтому здесь будет решаться вопрос, если есть база, то есть общежитие, кампус вот, большого вуза, то сейчас выгоднее перетягивать на площадку основного вуза, чем развивать филиал. Поэтому выживут только крупные, уже ставшие фактически самостоятельными вузами филиалы, или вот как Северск, такие вот уже как бы просто те, которые вошли в структуру пространственно распределенного вуза, как совершенно новые формы университета. Да, такого сетевого университета. Но я еще один аспект хотела подчеркнуть. Тем не менее, увы, но достаточное количество филиалов с псевдообразованием, которые просто, располагаясь в одной комнате бизнес-центра, перекладывали дипломы, куда можно было забежать, зачислиться, два раза показаться и потом получить бумагу. Да, можно и не показаться. Поэтому на самом деле работа по все-таки заслонам, барьеров, там, где это и правда, что было именно в том числе для государственных вузов, да и для муниципальных иногда, средством, скажем так, обмана все-таки студентов, и в этом смысле выдачи вместо знаний просто бумажек, эти случаи должны быть пресечены, они должны быть закрыты. И я считаю, что очень важно, что Министерство образования вместе с Рособорнадзором вместе сегодня решает этот вопрос. Фактически этой задачей надо было заниматься
заниматься давным-давно. И получение всех этих возможностей лицензии. Вот эта часть бесспорно должна быть все-таки, тем более в условиях кризиса. Ну, тем более сейчас есть некая... И здесь никто из нас, снижение численности студентов защите, к этому вот, ну, да, и появилась новая практика. Вот недавно была апробация методов, когда студенты сдавали в нескольких московских вузах какие-то экзамены не своим преподавателям, а преподавателям из других вузов. Вы участвовали в этом. И вот, наверное, в этом есть некий смысл, да, что-то... Есть, но я бы хотел по филиалу. На самом деле филиалы филиалом рознь. Да, и то, что их расплодилось, это тоже позиция госоргана управления образованием. Я могу привести примеры филиалов, которые по наукометрическим параметрам выше, чем подавляющее большинство наших национальных исследовательских университетов. Да, Татьяна Львовна, такие примеры есть. То, что касается Северска, очень приятно, что он участвует, потому что я когда-то так, судьба сложилась, благодаря Сергею Петровичу Капице, преподавал немного в МИФИ. Это высочайший уровень. Это не только российский, это мировой уровень. Очень хорошо, что Северск вошел в МИФИ. И рейтинги подтверждают сейчас. И рейтинги подтверждают. Но самое главное, что это создало реальную конкурентную среду в Томском регионе. Да. Это подхлестнет и местные вузы, и заставит филиал тоже не дремать. Но, конечно же, используя такую мощную альма-матер, как МИФИ, абсолютно убежден, что качество... не только образование, но всей деятельности филиала резко возросло. А что касается того эксперимента, который вы сказали, то во всех передовых вузах, как нашей страны, так и мира, всегда была практика. Студент не мог сдавать экзамен того преподавателю, который вел семинар. По многим-многим причинам. В том числе вследствие того слова, которое мы боимся и с ним постоянно боремся, что называется коррупцией. Вот ты приходишь, ты первый раз человека видишь. Коррупция может быть разная, не обязательно деньги. Ты привык, к тебе привыкли. А нужно доказывать знанием. То, что сейчас это под камеру произошло, очень хорошо. Ну, это сложный вопрос, потому что какие-то экономические теневые вот такие вещи происходят сами собой. Да? Во-первых, недавно студенты как раз выступили, некоторые рассказали уже о том, что есть опасность того, что повысят плату за обучение. Вот, то есть некоторые вузы уже как-то двинулись в эту сторону, что вот, ребят, все плохо, давайте-ка вы будете немножко больше платить. Есть какие-то вещи, связанные и с Рособорнадзором, который инициирует, собственно говоря, зампреда комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов, потому что какие-то вот возникают тоже подозрения в том, что не все проверки аттестации проходят должным образом. И, кроме того, вузы теперь получают возможность вот экзаменов каких-то своих собственных, да, которые тоже всегда являлись возможностью, ну, как-то вот помочь себе, во всяком случае, ну, неофициальным образом. Это такая теневая сторона, возможно, она будет дальше тоже как-то развиваться, но я хочу вас попросить очень коротко о том, какие перспективы вот вы видите для такого экономического развития вузов, как они сейчас будут происходить, что будет происходить вот в ближайшие, там, не знаю, год-два вот такого важного, да, что может случиться? Татьяна Львовна, как вам кажется? Ну, я думаю, что сейчас, как не печально, но роль государства и бюджетного финансирования будет возрастать. Несмотря на то, что вузы будут остро нуждаться в деньгах населения. Но если население не сможет поддержать эту как бы тенденцию, то тогда вузы опять как бы обопрутся на государство, и вот это государствливание системы, оно продолжится. То есть в каком-то смысле это сейчас ситуация прямо противоположная 90-м годам, когда кризис бюджетного финансирования привел к росту как раз платного финансирования и внебюджетного финансирования. Сейчас вот уже видна тенденция, когда примерно с половины вне бюджета упал до трети. Поэтому, если дальше ситуация пойдет ровно так, то мы увидим переток платных студентов в основном, как опять же не печально, на заочные формы обучения, потому что там плата существенно ниже.
вне государственные вузы, потому что там тоже плата ниже, как правило, где-то процентов на 20. И поэтому мы можем говорить о том, что сильный платный контингент, он сконцентрируется в основном в очень престижных вузах. И вот это та тенденция, которая будет преобладать в ближайшее время, как мне представляется. Спасибо. Это была Татьяна Кличко, директор Центра экономики непрерывного образования РАН ХИКС. Я напомню, что вы смотрели, слушали «Классный час свободы». В московской студии также были директор Института развития образования Ирина Абанкина, ректор Российского нового университета Владимир Зернов и по скайпу с нами заведующая кафедрой экономики Северского технологического института МИФИ Ольга Недоспасова. Вела программу Тамара Лиленкова.